Ежедневно в информационных сводках появляются новости о ДТП с участием детей. Они получают травмы, находясь в салоне автомобиля в качестве пассажира, переходя дорогу или управляя транспортным средством, будь то велосипед или самокат. За 7 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 235 аварий с участием несовершеннолетних. 8 детей погибли. В преддверии нового учебного года важно напомнить маленьким участникам дорожного движения о том, как нужно вести себя на городских улицах. В первые дни учебы в образовательных организациях преподавателями будут совместно с нашими сотрудниками организованы профилактические акции с детьми, беседы, конкурсы, викторины по правилам дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут проводить не только разъяснительную и профилактическую работу по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения, также пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних и их родителей. Хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые родители. Напоминайте своим детям о соблюдении элементарных правил безопасности поведения на улицах и дорогах, так как после длительных каникул они зачастую позабыли, как правильно себя вести на городских улицах. И подавайте сами только положительные примеры правил дорожного движения. Татьяна Степанцова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».